Мы для чего-то здесь стоим. Для чего? Для того, чтобы вы показали нам свой билет проездной. Или билет, или проездной. Все, что может подтвердить, что пассажир поедет не бесплатно. Ведь это бич остановки 753 километр. Отсюда выезжают, чтобы уже через одну остановку спрыгнуть. Таких пассажиров треть. Они считают, что за это платить не нужно. Если в среднем пассажиропоток по данному остановочному пункту составляет 200-250 человек, то билетов приобретается в кассе и в том числе в поезде приблизительно 70-80. По чекам видно, что на этой станции только утром купили 112 билетов, хотя состав, как обычно, уехал забитым битком. Видимо, не обошлось без безбилетников, из-за которых только здесь в месяц теряют примерно по 80 тысяч рублей. А в год уже порядка миллиона, из-за чего эта убыточная остановка уже закрывалась, только жители попросили ее вернуть, чтобы попадать на работу как раз на следующую станцию. Остановку вернули, но прибыли не увидели. Они стремятся даже не приобретать проездные документы на короткое расстояние. Полные вагоны и пустеющие кассы. За год легальный пассажиропоток на станции снизился на треть. Но клин вышивают клином. Миллионные убытки здесь хотят покрыть миллионными тратами, установкой электронных турникетов. Если зайцев не станет меньше и после таких вливаний, убыточную станцию могут и закрыть. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Зеленодольский район.